Коронавирус направил в другое русло еще одно люберецкое предприятие. Компания по производству кухонного оборудования начнет выпускать приборы для дезинфекции и обеззараживания. Предприятие расширило линейку продукции во время эпидемии, однако продолжит эту практику и в дальнейшем. У компании по производству профессионального кухонного оборудования собственная испытательная лаборатория. Это позволило не остановить работу во время эпидемии, а наоборот, открыть новые возможности как для предприятия, так и для заказчиков. Мы с нашими конструкторами и с нашими работниками из отдела продаж, долго не думая, определили наиболее сейчас востребованные вещи, продукцию, которую сейчас на рынке мы могли бы представить под своим брендом. И достаточно быстро, в течение буквально 2 недель, мы разработали целую линейку продукции для дезинфекции и обеззараживания. В настоящее время компания тестирует партию дезинфицирующих приборов. Одно из новшеств – облучатель и рециркулятор уже работает в офисе предприятия. Лампа защищена специальным корпусом, оттого и безопасна для людей. Я думаю, что эти вопросы с точки зрения сбыта данной продукции, они получат поддержку и у губернатора области, и в Министерстве промышленности Московской области, и на федеральном уровне. В прайсе компании появится несколько новых пунктов. Кроме систем для дезинфекции помещений, предприятие наладит выпуск приборов для обеззараживания посуды, кухонного оборудования, а также одежды и обуви сотрудников общепита. Одним словом, все, что понадобится для безопасности не только во время пандемии, но и после нее. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.